380-летию Якутской епархии была приурочена поездка архиепископа Якутского и Ленского Романа по России. На днях владыка совершил божественную литургию в храме Санкт-Петербургской духовной академии. На службе побывали и наши корреспонденты. Делегация Якутской епархии, в которую вошли священнослужители и представители якутской интеллигенции, писатели, поэты и ученые, начала свое пребывание в Санкт-Петербургской духовной академии с литургии, которую возглавил епископ Якутский и Ленский Роман. В этот учебный день в литургии смогли участвовать немногие учащиеся духовной академии, но те, кто молились вместе с владыкой Романом, почувствовали национальный колорит якутского богослужения, читали послание апостола Павла Тимофею. Братры, Волум Тимофей, Энтускрон, Руттуркнем и Тюйден Трон, Еха Криспинетабин, и Тавальгинан и Тюйховас Кананцеблинен, Олатель Любитин Куртухков и Нуктурулас. В Санкт-Петербургской духовной академии учатся посланники из многих епархий. Есть среди них и студенты из Якутии. По завершении своего обучения они становятся преподавателями Якутской духовной семинарии. Наше присутствие здесь не случайно, потому что есть выражение молитвенной благодарности Санкт-Петербургской духовной академии за то, что в течение длительного времени ваша школа поставляла ревностных пастырей и высокопрофессиональных, высококвалифицированных преподавателей для нашей пока еще молодой якутской духовной семинарии. Мы молились о том, чтобы Господь укрепил преподавателей и студентов семинарии, чтобы, как и прежде, все вы горели духом Христовой веры и Христовой ревности, чтобы не забывали и окраины, такие далекие, как Якутия. А через эти молитвы мы становимся ближе друг к другу, узнаваемые и единые. По завершении литургии владыка Роман ознакомился с выставкой фотографий, посвященной православной жизни Якутии. На этой выставке представители Краеведческого музея города Якутска продемонстрировали коллекцию древних наперстных крестов.